Ну, постараемся быстро все-таки повторить. К сожалению или к счастью, мы пускаем в этом году 109 выпускников. И никакого зала у нас в школе пока не хватит. Вот выпускать такое количество детей, и чтобы мы все сидели. Поэтому, наверное, это наша Thank you.
5-10 фамилий. 5-10 фамилий учителей нашей школы, у которых вы и дальше хотели бы учиться. 5-10, да? Если бы сегодня вы закончили 9 классов, пришли бы в рудной в 11-10, получили бы вы тот уровень знаний, который вам нужен. Если нет, то на ком вы знаете. Что нужно учиться в США 92? Перечислите черты хорошего учителя. И ваше желание учителя на школе. Лена, чтобы еще потолки победили. Потолки сами. И лампочки поставили. Ну так что? Не будет. А что вы скажете? У нас ручек нет, Нина Ивановна. Нина, давайте нас заполните по сарматическому. Мы к вам в гости придем, Нина Ивановна. нравственные качества, которые заложены вам, Богом, природой,
чтобы они проявились, чтобы вы всегда были высоконравственными, чтобы вы всегда были добры, чтобы вы с добром относились друг к другу. Вот. Ну и помнили школу, немножечко вспоминали школу, учителей, которые помогали, может быть, в какой-то степени формировали тех хороших качеств, которыми вы обладаете. Так что огромное вам счастье, любви вам в вашей жизни, чтобы у вас ваши желания все сбылись, чтобы вы прожили жизнь не пустую, не бесцельную, не как попало, не по течению поплыли по жизни, а полную жизнь, насыщенную жизнь, чтобы вы все узнали настоящую любовь, чтобы вы узнали настоящее счастье, чтобы вы почувствовали наслаждение от того, чего вы достигли. Удачи вам во всем. Книжка, да?